привет! Вы на канале «Счастливый дом. Испания». И с вами, как всегда, я, Дмитрий. Проживая на юге Испании, мы всегда задумывались, а как же живут люди на севере Испании? Сейчас, показывая и рассказывая вам про север Испании, я бы не хотел противопоставлять этот регион любому другому региону Испании, так как уверен, что в каждом регионе есть много всего хорошего. Просто хотел бы показать и рассказать то, что нравится мне и моей семье, проживая здесь, на севере Испании, в городе Овьедо. Конечно, нельзя не затронуть тему безопасности в этом городе. Здесь просто-напросто забываешь, что с тобой может что-то произойти. Как-то в разговоре с одним полицейским я услышал такую фразу. Он сказал, что вся моя работа заключается лишь в улаживании внутри семейных конфликтов и разногласий между соседями. Конечно, такая безопасность – это очень хорошо. Не переживаешь за своих близких, за детей, когда они одни на улице. Но в то же время это очень сильно расслабляет, и можно потерять бдительность. А вдруг вы уже совсем в другом городе? Рассказывая про этот город, я, конечно, не могу не сказать про те красивейшие фонари, которые расположены по всему городу. Вы можете их встретить и в центре города, и в удаленных районах Овьедо. Они просто везде. Да, город ночью выглядит очень красиво, особенно ночные фонтаны. Здесь чувствуется, что в этом регионе много воды. И это неудивительно, здесь дождь – обычное явление. Нам очень нравится, что здесь есть и солнце, и дождь. Так что если соберетесь в Овьедо, не забудьте взять с собой зонтик. Ну и, конечно, крем от загара для пляжа, который я хочу вам сейчас показать. Хотелось бы вам показать еще одно интересное место в Астуриас. Сегодня утром мы собрались и приехали на пляж, который называется Playa del Silencio. Замечательное место, вода очень теплая, люди лежат, загорают, солнце не палит совершенно, и когда лежишь, загораешь, слышишь шум волн и перекат гальки, в общем, кайф.
Всем привет! Вы на канале «Счастливый дом. Испания». И с вами, как всегда, я, Дмитрий. Проживая на юге Испании, мы всегда задумывались, а как же живут люди на севере Испании? Сейчас, показывая и рассказывая вам про север Испании, я бы не хотел противопоставлять этот регион любому другому региону Испании, так как уверен, что в каждом регионе есть много всего хорошего. Просто хотел бы показать и рассказать то, что нравится мне и моей семье, проживая здесь, на севере Испании, в городе Овьедо. Конечно, нельзя не затронуть пасту «Раз Испания». Обязательно приезжайте, я уверен, что Испания вас не разочарует. А я со своей стороны хотел бы всех вас поблагодарить, что вы сегодня были со мной и смотрели этот выпуск. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, и тогда вы точно не пропустите мой новый выпуск. Огромное всем вам спасибо, здоровья, счастья и удачи. А с вами, как всегда, был Дмитрий. Пока! Yeah.